Всем привет! Представляю анонс и дату выхода 6-й серии турецкого сериала «Ночная сказка». Ранее мы увидели, как Куршад не может принять факт того, что его дочь и Махир призначены друг для друга. Ему тяжело из-за того, что он просто не может понять, в каком состоянии девушка находится рядом с ним все это время. Он называет свою дочь бедняжкой. Однако девушка не выглядит так уж несчастной рядом с Махиром. Они отлично проводят время на танцах, где Махир показывает себя с прекрасной стороны. Джанферза просто в восторге от его навыков, и с ее лица не сходит улыбка. Махира ставит перед фактом, что он должен взять в жены беременную вдову своего кузена. Мужчине такой поворот событий совершенно не нравится. Он дает отказ. И даже когда на него наставляет пистолет, Махир не собирается менять своего решения. Премьера 6-й серии турецкого сериала «Ночная сказка» состоится 8 октября.